Беруши стали самым популярным товаром в аптеках микрорайона Конищево. Причина, говорят местные жители, это пролетающие самолеты, порой в 4 часа утра. Но мешать, естественно, комфорт не создают, только дискомфорт. А звук, я уже к нему привык, у нас в Дягилево аэродром рядом, они и так летают постоянно. Совсем в преддверии летали всю ночь напролет, буквально неделю назад. А сейчас только с утра начинают. Это еще не мешает для тех, кто работает нормально. Причина таких частых полетов – это предстоящий «Авиадарт-2019», международный этап которого пройдет в Рязанской области на полигоне Дубровичи. Соревнования начнутся 3 августа, поэтому сейчас на полигоне активно ведутся тренировки летчиков. Они отрабатывают технику пилотирования, выполняют полеты на воздушную разведку, навигацию и боевое применение по наземным целям. По информации СМИ, в «Авиадарт» В «Авиадарте-2019» будут участвовать 4 страны – Россия, Беларусь, Китай и Казахстан. На соревновании представят известные марки самолетов и вертолетов. Так, например, по небу пролетят Су-27, Ил-76, К-52, МиГ-29, Су-34 и другие виды современной воздушной техники. Победители определятся в 7 номинациях – авиация истребительная, штурмовая, дальняя, бомбардировочная, военно-транспортная, а также армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах и армейская авиация на боевых вертолетах. 7 и 8 августа пройдет второй конкурс «Боевое применение по наземным и воздушным целям». До этого состоится шоу «Авиамакс» и первый конкурс «Полет по маршруту». Точные даты еще не определены. Организаторы обещают красивое и интересное шоу. Напомним, впервые «Авиадартс» прошел в 2013 году. Тогда летчики соревновались на российском полигоне Погонова, китайском Чанчунь и других. В 2017 российские и китайские экипажи одержали по 4 победы. В следующем году турнира сильнее были уже россияне. Они стали лучшими в 4 номинациях. Мы будем следить за успехами пилотов.